С вами Антон Чалей, и сегодня я покажу, как приготовить самый вкусный кофе за всю историю человечества. Кофе – это напиток лидеров. Сталин, Гитлер, Наполеон, Петр I. Для двух чашечек кофе вам потребуется 250 мл молока, 3 столовых ложки сахара, 2 столовых ложки сливок и 200 мл обычного кофе. Берем молоко с сахаром и доводим до кипения. После этого снимаем с кипения, берем сливки, заливаем туда и все очень-очень сильно перемешиваем. После этого берем эту массу, берем кофе и кофе наливаем туда. Все это перемешиваем еще раз и можно разливать по чашечкам. Кофе получается настолько вкусным, что буквально за секунды выпивает само себя. Так что успейте его выпить первым, иначе оно выпьет само себя.